Здравствуйте всем, меня зовут Сергей, и у меня сегодня на обзоре машинка Delmec. Очень интересный инструмент. Они существуют в двух видах хода эксцентрика, то есть 2,5 и 5 мм. Диаметр тарелки стандартный, 150 мм, с увеличенным количеством пылеотводных отверстий. Плюс также в тарелке имеется центральное отверстие для пылеотвода. Какие интересные особенности у этой машинки существуют? В первую очередь, это запатентованная система лопастей охлаждения, то есть это означает увеличенный срок службы инструмента. Герметичная монтажная плата для предотвращения попадания пыли или влаги. Вибрационный хват очень удобный, то есть обрезиненная ручка, исключающая скольжение руки. Очень удобно сидит в руке, увеличенная рукоятка, то есть это снижает нагрузку на кисть, соответственно, кисть меньше устает, рука меньше устает. И очень удобно держать вертикально, когда мы шлифуем что-то, допустим, в вертикальной плоскости, очень удобно, рука также не устает. Машинка работает от 230 вольт, и мощность ее составляет 350 ватт. Также имеется электронная регулировка мощности оборотов от 4 до 10 тысяч. И центральный пылеотвод. Комплектация машинки составляет сама машинка, ключ и держатели провода или шланга. В данный момент проходит постоянная акция с покупкой машинки. Вы получаете две коробки абразивов абсолютно разной градации, которые можете попробовать на своем производстве. О себе хочу добавить, что машинка работает замечательно. Электроника работает мягко, плавно, регулировка оборотов очень быстрая, точная. Машинка работает комфортно. Спасибо за просмотр, всем пока!